Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинда Банам Манухарам Ванча Калпатару Вашаки Пасинду Вивача Патитананг павуне бхавишнавебхьо намо намаха мукам кароти вачалам пангум ланхайте грим яткипатамаханг ванде парамананандамадвам бриндавай тусиде бхай пиявай кешвасача шна бхакти паде деви саттваттвай намо намаха Нараяна намаскритто нарам чайва наруттамам Девин сарасватин вясам тату жайо мудире Санкиртане кришна катхупадеше Гаурия патрасья пракасане ча Садануракта гуру бхакти юкто Бхакти прамодакша жагод варуна Дейям сада парибхавагнам авиштодухам Тетас падам сива виринчанутам сараньям Бхитатихам панутапал бхаваддишотам Банде махапурусате чаруна рвиндам Ятпада паллавана качандамани чатая Биспуриджи токам апикапавадушва дарши Пурнану рагра сосагра сарамуртихи Сарадика Майкада Кипам Кроси. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Аджану ламбита бхужау канака бодату, Шанкиртаной капитару камала йотакшу, Вишам бару дижа бару югадхарма палу, Банде жагат приякару, каруна бхатару, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам. Сура сураир вандито диббарупам Бхуктин ча дада синитам Бхаван рупен сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманонго мада пхарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Баги саджусва бадане Лакшмир жасча чабакшаси Жасьясте хиде самбид Твам нишингам ахам бхаже Харе Кришна, Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Титикшава корун каруникаха срухидаха сарвадехинам аджата сатраваха шанта садваха саду бхушанаха. Титикшава корин каруникаха срухидаха сарвадехинам. Титикшава каруникаха срухидаха сарвадехинам.
Ajata Satravaha, Shanta, Sadhava, Sadhu Bhushana, Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told to arrest the current perverted tide of this fanatic world. Gaudiya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что прекратить, арестовать буквально это неправильное положение дел в этом обществе. Это внешне непривлекательный долг Гауди Матха. Гауди Матху не следует обычным правилам и предписаниям, что делают все другие организации. У Гауди Матха есть некая особенность. И что это за особенность есть у нас у Гауди? Шрила Прабхупад много раз говорил об этом. Мы, Гауди, должны поддерживать некую особенность. И в чем же эта особенность? Мы с Сарасвати Гауди преданы, что мы хотим делать, какая особенность. И вот Шрила Прабхупад говорит, особенность относительно Сиддханта Вичара и особенность относительно Севы. Хотя мы знаем, что Сева и Сиддханта, они практически не отличны, когда Сиддханта, мы знаем, слышим что-то, это Сиддханта. А когда мы видим Сиддханту в практической форме, это зовется сева. Это научное определение. Это правильная Сиддханта, которую мы знаем в соответствии с нашей Шрута-пантой. Она очень научная. Никто не может сравниться с Сарасват Гауди Сиддханта Вичаром. Даже в этом, даже на небесах, если мы отправимся на небеса, на райские планеты, то там такой Сиддханты не найдем. У Муни Риши, конечно, есть какие-то особенности. Но Сарасват Гауди Сампрадая под руководством Шилы Бхактивинода Тхакура и Прабхупады, они имеют какую-то особую, нечто особое. И Шрила Прабхупад говорит, хотя мы знаем, что большинство людей, они мало заинтересованы в том, чтобы совершать Харибаджа, но все же с полным энтузиазмом мы говорим Харикатху. Множество проблем приходят. Только Харикатха, киртаны, мы совершаем все это, но все же всякие проблемы возникают. Но это не значит, что мы должны все оставить. Нет, Шрила Прабхупад говорит, во всем мире, везде, куда бы мы ни посмотрели, какие-то души, они плачут. Они стремятся узнать об абсолютной истине. Кто знает, в Майпуре, может, мы никого не находим, но кто-то с других мест стремится узнать абсолютную истину. Так много свидетельств Гуварга проявляют такие лилы, как вот в виде Садананды с вами и прочих вайшнавов, они являются в различных местах. Они ищут путь к вечному абсолюту, к вечному благу. И вот это самая критичная проблема на сегодня для всего мира, что они не могут понять, куда и как идти, кому следовать, как следовать. Каждый говорит про себя, и вот такая запутанность возникает. Без милости это невозможно. Может, тысячи людей могут прийти. Множество людей могут прийти на путь баджана, но что с этого
Но кто может обрести, осознать суть Харибаджана в этом? Главный вопрос. И вот Шрила Прабхупад говорит, кто знает, кто где, кто хочет узнать об абсолютной истине, стремится к ней, в какой части мира. И вот мы должны взять корзину полную абсолютной истины и идти здесь и там. Кто-то может принять, кто-то нет. Мы не можем ожидать, что тысячи людей примут наше послание. Харибаджан. Не каждый может совершать. Много раз Шрила Прабхупад говорил, что те, кто по-настоящему удачливы. И вот Шрила Прабхупад говорил, те, кто по-настоящему удачливы, они могут совершать Харибаджана. Другие люди под именем Харибаджана не могут делать что-то иное. И настоящий Харибаджан, он очень редок. И сегодня я говорил на лекцию, давал, с интернетом проблемы были, оборвалось часто. И вот Махарадж все равно говорил, вот суть того, что то, как мы совершаем Харибаджан, мы не можем таким образом совершать Харибаджан. Сложно, если вообще можно. Если мы не сможем посвятить все, всего себя, все, что у нас есть, Кришне, то тогда, то есть до этого момента, когда мы не будем способны посвятить все, что у нас есть, Кришне, до этого момента мы не сможем совершать Харибаджан. Вот такой киркиртан очень просто петь, но на практике. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур также. Вот он написал такой прекрасный киртан, что мы чувствуем, слушая его. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит очень ясно. Даже я могу сказать, что до сегодняшнего момента никто не говорит так ясно и четко. Но все же мы, наша удача не столь велика. Донья смирение, атманивиданс, при самопредании Гуптативаран. Мы находимся под защитой Кришны, никто не может убить нас. Донья атманивидан, Гуптативаран. Гуптативаран значит то, что мы примем Кришну как абсолютное, и я полностью уверен, что Кришна защитит нас, и если какие-то внешние проблемы возникают, это только для того, чтобы проверить нас. Кришна посылает различные проблемы в нашу жизнь, чтобы увидеть, сколько смирения и терпения у нас есть. Мы должны принимать то, что благоприятно для Харибаджана, и отвергать все, что неблагоприятно. И вот, если мы исполним все вот эти вот слагающие шаранагати, то мы, несомненно, получим ответ от Кришны. Кришна услышит нас, поскольку материя и антиматерия — это нечто противоположное. Мы So man.
вот материя и антиматерия — это нечто противоположное друг другу. Четанвасту не может что-то обсуждать с чем-то безжизненным, как с этой палкой. Если мы пойдем к божествам, для нас божества они молчаливы, но для Рагунанданачари они могут ответить. Мадхавенди Пурипада тоже могут ответить. Почему так? Мы думаем, что эти божества сделаны из камня, не общаются с нами, не разговаривают, но мы видели в нашей жизни, и поэтому мы выжили. Такие великие саду, как Чила Бхакти Прамад Пури Дев Госвами Махарадж, Ваман Госвами Махарадж, как они кланяются божествам. Я вот видел в своей жизни, как Чила Ваман Госвами Махарадж кланяется божествам. Я смотрел, был поблизости, видел, что он, как он кланяется так, как вот он говорит с Виграхой. Как он кланяется, его поведение, его манера. Все говорит о том, что он воспринимает Виграху, Радху Винодбихари, как кого-то живого, как он разговаривает с ними, или как Шрила Бхакти Прамод Пури Дев Госвами Махарадж. С каким чувством они кланялись в Виграхе. Это не какая-то история. Это и наша ошибка в том, что мы не можем возвыситься до этого уровня. Иначе возможность открыта всем, для нас с вами. Кто может принять, кто не может, это зависит от наших самскар. Все приходят на путь баджана. Кто может принять наставление Гуруварги, кто нет, это зависит от... И Гуруварга может дать нам наставление. Я уже сказал, что все, суть нашего баджана зависит от одного, как, насколько мы верим в Гуру Вайшнава. И вот зависит от этого, в зависимости от нашей веры в Гуру Вайшнава, мы будем прогрессировать. И вот здесь говорится, Шринивасачарья говорит, наша вера, и мы можем умереть без Гурупад Падмай, если у нас такое чувство. До тех пор, пока мы не разовьем огромное влечение Гурупад Падме, до тех пор, может, у нас есть какое-то образование, какая-то власть, богатство, какие-то деньги. Может, мы изучали Веды, Веданту, Упанишады и прочее. Можем цитировать все это. Вот в нашем обществе можно наблюдать, у кого-то хорошая память. Они помнят шастры наизусть, могут говорить на публике, собирать аплодисменты, но глупые люди не понимают. И вот несколько случаев я могу рассказать во Вриндаване. Была большая дхамма-сабха, организованная Шрилой Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджем во Вриндаване. И вот какой-то новый саду, не хочу имя его упоминать, у кого он принял прибежище, не столь важно. И вот когда наш Гуварга спросила, у какого-то нового саньяси попросили что-то сказать, он очень прекрасно выступил, сказал прекрасную философию. И тогда наш один из
нашей Гурваги сказал, смотри, как хорошо говорит. Не хочу упоминать, но так или иначе, вот он был восхищен. И другой брат Боги, кому он говорил, тоже был восхищен. И этот брат Боги сказал, подождите, не спешите судить. Подождите, увидим. Перед тем, как что-то сказать, подождите, посмотрим. Нельзя судить раньше времени, через какое-то время. Прошло полгода или около года, этот саньяси пал. И вот один из старших преданных сказал другому старшему преданному, чтобы тут раньше времени не судил саду тот, кто с самого начала до конца и следует единой анугате, одной даре, то он следует постоянно чему-то одному, а не скачет от одного к другому. Сейчас можно наблюдать, но некоторые скачут куда-то, где могут заработать больше славы. Но Шрила Вамана Госвами Махарадж много раз говорил, у нас нет ничего нового. Все, что мы услышали от Гурварги, мы должны говорить об этом. Это зовется бхакти. Если мы создаем что-то новое, это значит, что мы обманщики. И все это будет ложным. Наша вечная философия, наша вечная очарованность, показанная Гурварга, наш идеализм, все это вечное. Нам не нужно придумывать что-то новое. Если мы это делаем, это значит, что мы обманщики, что-то придумаем. Что-то новое — это глупо, то, что показано Шрила Прабхупадой. Мы должны следовать этому. И вот перед тем, как отправить посланников на Запад, Шрила Прабхупад говорил Харикатху им со сложенными руками: «О, друзья, вы едете на Запад, в Европу, в Америку, будьте уверены. Те люди очень богаты, они очень горды этим, горды своим уровнем развития, технологиями, они могут принять вас или отвергнуть, они могут гордиться своим ложным эго. Если вы по-настоящему посвятили свою жизнь Чайтанья Махапрабху, то вы не должны обижаться, если кто-то оскорбляет вас или слишком уважает, или высказывает человеческое почтение. Вы должны беспристрастно относиться к этому. Нам нужен Бхагаван. И таким образом Шрила Прабхупад дал прекрасные комментарии. И вот он сказал, что если кто-то оскорбляет вас или позитивно принимает, или как-то негативно, мы не должны обижаться. Могут они... Вы должны помнить, что мы посвятили свою жизнь Шри Чайтанье, служению Шри Чайтанье Ване. Абсолют, он всегда абсолют. Весь мир может критиковать нас, но что? Весь мир может отвергнуть нас, но какое нам до этого дело? Мы слуги, наше служение, наше харикатха — это наивысшее служение Гурварге. Наш харикатха — это не инструмент для сбора. Какой-то дешевой славы. Почему мы беспокоимся об этом? И вот бхакти,
много раз я говорил, Кришна Баджан, если мы хотим совершать Кришна Баджан, мы должны быть очень осторожны. И под именем Хари Баджан, если мы совершаем Нарайна Баджан, это хорошо, но это не так просто. Кришна Баджан возможен только с помощью Кама Гайтри, Кама Биджа и огромной любви. Это любовь должна быть естественная, спонтанная. Она должна течь из нашего сердца в адрес Кришны. Это прити. Прити, это, прити значит, что значит прити? Это сильная любовь. Если у нас есть кто-то, кого мы любим в своей жизни, мы должны думать, как что-то сделать хорошее для этого человека. Даже в материальном мире. Если мы любим Гурупад Падму, мы хотим сделать что-то хорошее для него. Если мы любим Гурупад Гошчилу Прабхупаду Бхактивинода Такура, мы можем обнаружить, что мы говорим то же самое, что они сказали. И мы должны видеть, мой очарован ли, если какой-то недостаток в моем очаровании, в моем характере или нет, мы должны понять, поскольку очень сложно сейчас, это очень сложно. Кто саду, кто не саду, кто может сказать. Я сегодня говорил, если мы совершаем Кришна Баджан, иногда во время харикатхи я хочу что-то обсудить, если мы хотим совершать Кришна Баджан Нанданадан. Нанданадану, Кришне Баджан. То есть мы должны физически быть во Вриндаване, но если физически не можем, то хотя бы в уме должны находиться там во Вриндаване. А если нашем где-то в какой-нибудь Америке, то ничего не получится. Для, вот это секрет Кришна Баджана. Много раз я говорил. Арадхья Бхагаван. Кришна мой поклоняемый объект. И вот если мы разделим вот эти слова Враджеша Таная, значит Враджа Иша Таная, Враджа Иша, значит царь Враджа Дамы, Нанда Махарадж, его сын Враджеша Таная, Апракрита Камадев. Если мы хотим совершать Баджа Нанда Нандан Кришне, мы вынуждены, чтобы наш ум был во Вриндаване. По крайней мере, в уме мы должны находиться внутри Вриндавана. И мы должны повторять Кама Гайтри, Кама Бидж. Он подобен, эти мантры подобные философскому камню, они могут дать нам все. Кама Гайтри, Кама Бидж. Но если мы злоупотребляем этим, то мы обречены на смерть. Читание Чайтамрити говорится, что с помощью Кама Гайтри, Кама Биджа мы можем поклоняться Кришне. Но это не шутки. И вот вначале все мы должны понять сварупу Кама Дева. Перед тем, как поклоняться, наш поклоняемый объект,
Мы хотим служить Гуру Махараджу, но если мы не понимаем Сварупу Гуру Махараджа, как мы можем служить ему, если он не видим вне нашего понимания, достижения даже ума, как мы можем поклоняться ему. И тот объект, который мы... И вот Апракрита Камадев мы должны понять. Есть 24,5 слога, и каждый из этих слогов обозначает, олицетворяет трансцендентное тело Бхагавана с кончиков пальцев, ног до макушки. И вот в бесконечных мирах мы не можем найти такого объекта поклонения, как Кришна. Кришна Баджан — это не шутки. И так или иначе, это долгая тема, но сегодня мы хотим обсудить о моем великом Гурупад-Падме, его имя Шрила Бхакти Гурав Вайканас Госвами Махарадж. И вот по милости Гуруварги, и вот я по милости Гуруварги хочу осознать его сварупу. Наша Гуруварга, все наши Шикша Гуруварга, Шрила Бхакти Махарадж и все остальные, они осознали что-то, они имели с ним прямое общение. И вот великий Бхакти Гуру Вайканас Госвами Махарадж, и вот столь возвышенный преданный, он очень редок во всем мире, но кто может понять его? Спросите весь мир, знают ли они его. Ну, мало кто знает. Или скажут какой-то бестолковый. Это их ответ. Я думаю, они, их общество, которое говорит так, они все бесполезны. И во всем нашем Сарасват-груди обществе такие великие преданные с таким глубоким знанием, они очень редки, они подобны каким-то великим историческим персонажам. И у меня болит сердце, видя, что во всем мире люди мало знают о таком великом преданном, которого Шрила Прабхупад принял как своего личного вечного спутника. Тот, кого Гауранга Махапрабху принял как своего спутника, но почему они так мало знают, какова причина за этим? И это мой вопрос. Почему у людей нет представления об этом? И каков же ответ? Это зависть. Эта зависть, она может отправить нас в ад навечно. Мы не сможем выбраться оттуда. И вот это единственный ответ — это зависть. Иначе почему наша Гурварга, великая Гурварга, почему мы не можем понять их настроение, их баджан, их великолепие, их величие? И почему люди не могут понять это только из-за зависти? Если я... смогу разрушить такую ложную проповедь, игру ложной проповеди, все же после этого Бхагаван не сможет найти мое имя в своей книге.
Махарадж имел в виду, что какие-то ложные проповедники, которые своей проповедью приносят одни беспокойства и беспорядки в мире, вот их имен нельзя найти в списке подлинных проповедников, в списке Бхагавана. Вот о таких великих преданных, как Бхактивинода Канда Госвами Махарадж, они, к сожалению, не столь известны. Но все же много раз меня приглашали, я был там. Это вот около на границе с Южной Индией, на границе с Орисой, Андхра-Прадешем, Ганджам называется место. Я был там, меня много раз приглашали. Сейчас времени мало и не успеваю посещать, но все же. Раньше Махарадж ездил регулярно, и вот я был очень счастлив быть там, видя божества, которое он установил, видя обстановку, в которой он совершал баджан, хотя он был великим пандитом. Он был радж-пандитом, царским священником на службе царя. Какого-то местного царя Барагара, место называлось, кто-то там родился, его отец, дед, они были радж-пандитами, они были этими царскими священниками. И вот на, и вот он был раньше царь Викрамадитья, на его собрание приходил даже Сарасвати Лакшми, настолько могущественен он был, и на его собрании было множество великих личностей, и все они, у них были какие-то особенности. Другие цари тоже собирали в своем окружении каких-то талантливых людей, философов, певцов, каких-то танцоров, ну и прочих каких-то выдающихся людей. Вот у Акбара был какой-то певец Тансен, он мог петь так, чтобы что камни плавились. И вот с помощью своего пения он мог плавить камни. Когда он пел, даже деревья, высохшие деревья, они расцветали. И он пел что-то в стиле Васантараги. И вот с помощью этой песни здесь засохшие деревья, они вновь зеленели и расцветали. Но кто поверит этому? И вот такая сила в индийской, санскритской культуре очень такая могущественная и научная. И вот царь, когда он был очень мал, вот этот Вайканс Махарадж, когда он еще был ребенком, царь заметил его, увидел, насколько он разумен, и царь устраивал дебаты в школах, в колледжах он. Но они обсуждали какие-то дебаты, устраивали на какие-то темы. И вот, когда мы обсуждали что-то,
И вот, ну, в процессе этих дебатов выяснялось, кто есть кто. И вот даже великие пандиты, их нельзя было сравнить с этим. Вот с этим мальчиком 16 лет, его звали Уджалесвара Радха. И вот его отец, дед, прадед, они все вот работали этими царскими священниками, очень известны были, очень талантливы. И вот он закончил свое образование там, в том городе, где жил и родился. Английский он тоже изучал, но английский ему не нравился, поскольку английский был очень ненаучен. Нет никакого порядка в произношении. Как на санскрите, все там упорядочено, красиво, четко, ясно, без всяких вторых вариантов. На каждый звук определенное положение языка, как определенная буква, определенный звук. На английском пишется одно, говорится второе, думается третье. Еще много этих вариантов написания и произношения. Тот же Бхагбазар, например. И Бхагбазар сказать, и Бхагбазар. И еще там букву H добавить в двух местах. То тоже будет как бы не так плохо. В общем, в английском он разочаровался. Он говорил на санскрите, причем на таком простом санскрите, что даже люди, если плохо знали санскрит, они все равно понимали. И так или иначе, он был очень разумен, очень честен. И вот однажды он сказал одному, ну, в общем, какой-то строитель, на царя работал, что-то строил там, и вот он сказал ему, он был молод достаточно, сказал, что это неправильно строит. Вот как бы построите, и потом все тут растрескается, тут этот строитель сказал, что вы тут знаете о строительстве, да, занимайтесь своим санскритом и не лезьте в чужие дела. Ну, естественно, не послушал, но после того, как вот это все застроили, закончили строить, через 6-8 месяцев это здание треснуло. И этот инженер подумал, что он, да, правильно он сказал. Я еще пойду спрошу, почему, откуда вы узнали, что вы ничего не знаете о строительстве вообще, откуда вы знали, что здание треснет. А тот сказал, ну это же просто здравый смысл. Вы тут построили ваше здание на берегу реки, река всегда, ну, там эта земля опадает, вот, опускается, и поэтому это было логично, что с зданием что-то случится вскоре. Вот Бхарати Махарадж тоже как бы инженером не был, но был очень разумен и рисовал великолепные планы, вот всю архитектуру. И вот все вот эти наши Матхи Шичитания Гауди Матха, они построены по проектам Шрилы Бхактивиданты Бхарати Махараджа. Он мог уместить в малое место все, что нужно. И
вот, естественно, они очень разумные, как буквально Господь дал им разум. И вот он был великим пандитом. И вот он думал иногда, хотел практиковать тантру. Однажды другой Радж-пандит с другой страны, и он, они отправились в крематорий. Ну, сейчас как бы, в то время крематории были такие, что там надо очень осторожно быть, всякие там привидения и прочие нечисть. И вот они пошли в деревенский крематорий. Ничего там не было, только шакалы вокруг ходили. И вот они пошли, взяли какого-то мертвеца, сели на его грудь и начали медитировать. Начали повторять свои мантры. Было еще это. Но новолуние, ничего не видно было, амавасия. И в процессе повторения мантры эти мертвецы начали поднимать руки. И другой пандит, рядом с ним, который был испугался и убежал, видя это на Вайконас Махарадж, он сказал, прикрикнул, чтобы это не мешали ему. И вот он спросил, что ему надо, то сказал, что хочет достичь успеха во всей этой тантре. И те благословили его. И с тех пор он, в то время, они как бы вайшнавы изначально, но в то время являли такую лилу, как история, как случай со Шилой Садданандой с вами. Вроде как бы вечный спутник, но почему он изучал буддизм и прочие апасиданды? Потому что была такая лила, или как Шила Бхакти Вилас Тирта Госвами Махарадж, когда он приехал к Шиле Прабхупаде, первые дни он не мог понять, что он говорит. Как говорит, как будто он один саду, и никаких саду больше нет. Но потом он понял, что заблуждался. То есть первые дни он не смог, очень сложно ему было, не мог ничего понять. Решил уже уезжать, но его друг с той же самой деревни попросил его. Моя просьба к вам, мой друг. Я хочу вашего блага лучше. Если еще несколько дней послушайте, куда спешить? Вы на месяц отпуск взяли, а через 3 дня уже назад уезжаете. Как можете так быстро принять решение? Моя просьба к вам, находитесь больше несколько дней. Харикатха, она самосияющая, самопроявляющаяся, поэтому продолжайте слушать его. Через несколько дней слушания он осознал, что да, он говорит об абсолютной истине, все правильно, им не нужно принять прибежище у этого великого саду, который говорит об абсолютной истине. И вот мы даже слушали насчет Виграха Пратиштхи. Если кто-то хочет установить божество, нужно есть мантры определенные произнести. Там очень много мантр, но Вайканас Махарадж, он все эти мантры наизусть помнил. И вот в процессе установки божеств никогда не смотрел в какие-то книги. Он все
помню наизусть, потом еще, еще попросили кого-то другого пандита следить за ним, чтобы он все правильно произносил. И действительно, за все время, пока эти виграха пратишти происходили, ни разу он не находил никаких ошибок. Канас Махарадж эти мантры все всегда правильно по памяти произносил. И вот царь посылал все значимые. И вот царь, в общем, посылал ему какие-то ценности, какие-то ценные вещи. Но правило такое, что-то нам пришло, особенно в этом, из-за в избытке, то не надо это все хранить, нужно раздать другим. И вот естественно, что... И вот царь раздавал все ценности между своими этими... своей этой святой прислугой. Ну, все вот с этим, эти окружениями, пандитами и прочими. Как кто-то дал ему несколько комплектов одежды, тот не брал и сказал, мне трех достаточно, одну носить, другую стирать, третья про запас, чтобы было, и больше не нужно. Раньше он был преданным Сурья Бхагавана, Бога Солнца. И вот мы знаем, что Бог Солнца, он практически Нараян. Поскольку относительно Вибхути, если мы в Гите, и вот Бхагаван говорит, что среди этих небесных тел, он Солнце, но все же разница есть между этим Богом Солнца и Бхагаваном. И вот те, кто совершает Панчупасану, вот поклоняются вот этим вышеперечисленным, этим, они поклоняются пяти божествам Вишну, Шанкара, Дурги, Кали, Сурьи, Ганеша, вот этим пяти. Те, кто совершает панча упасак, иногда они думают, что они вайшнавы, и заявляют о себе так. Говорят, что мы вайшнавы, мы тут, смотрите, тилаки носим. Но не вайшнава, вообще не вайшнава. Те, кто глупые люди, могут подумать так. Наш Махарадж поклонился Сурья Деву, он был вибхути, Бога Солнца. И вот если Махарадж не мог видеть, ну, то есть он не видел солнца один день, или Бога Солнца, вот не понял, то он не принимал ни капли воды от солнца, солнца точнее, вот если солнца не было, или там тучи какие-то, он не ел. Если солнце не выходило в течение дня, то постился, если в течение нескольких дней, он тоже постился. Вот, был очень строг. Даже ни капли воды не пил. Однажды так случилось, что он был во Вриндаване. Но в то время денег было недостаточно, они ездили этим общим классом, а иногда пешком. Но в то время было какое-то удовлетворенность.
хотя был недостаток денег, но была какая-то внутренняя радость. Сейчас денег избыток, но такой удовлетворенности, к сожалению, нет. И вот так или иначе он поддерживал свое тело, жил очень простой жизнью. Я тоже хочу жить так же просто, как и он. И вот Махарадж. Когда ехал до Дели, надо было еще до Матхуры доехать. И вот когда он пересаживался, не было. Проблема. Ну то есть не было солнца. Вот солнца не было, не мог он солнце увидеть, поэтому он ни капли воды не пил. И вот когда сел в электричку до Матхуры, сел, начал совершать баджан, тут какой-то старый человек с корзины фруктов попросил его помочь, тот помог ему. Взял эту корзину, затащил в поезд и смотрит, человека нет уже. Но в то время не было так сколько народу, как сейчас, что битком, как селедки в бочке набито. Там было, но в то время посвободнее было, можно было даже сидя ехать в электричке. И вот он, когда эту корзину поставил, ну, помог и затащить в электричку, а человека нету. Он потом открыл корзину и смотрит, ну, какие-то свежие фрукты. Ну, причем не сезонные совершенно фрукты. Но это крайне необычно, особенно в то время. И вот он понял, что это что-то не так. Это сам Бог Солнца пришел, чтобы помочь ему. Он видел. И вот в поезде он увидел вот это солнце, но есть ничего было. Вот он подумал так, и то тем временем так проявилась эта корзина фруктов Махараджа. Было очень неудобно, крайне неудобно. С тех пор он решил не следовать такому обету, что не есть, пока не видит солнце, что из-за этого, ну, столько неудобств привести. Из-за своего обета столько неудобств принести своему Иштадеву, поклоняемому Господу, что он сам принес целую корзину фруктов для него. Но он в итоге эти фрукты ни одного не съел, а раздал каким-то саду во Вриндаване. И таким образом он узнал от какого-то саду, что Гуранга Махапрабху явился в Навадивдхаме, и там великие преданные, как Шрила Прабхупад, Бхактисиддханта Сарасвати, вот он захотел получить даршан этого саду, собрался и решил ехать. Вот он совершал какой-то баджан, но не чувствовал удовлетворенности. Он увидел фотографию Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати. Как я увидел фотографию Шрилы Бхакти Прамода Паридев Госвами Махараджа и подумал, и понял, что он мой гурудев. И Вайкананда Госвами Махарадж также видел фотографию Шрилы Прабхупады и понял, что это его гуру. Он узнал, где он находится, и вот узнал, что он в Адыпе, и решил ехать. И, в общем, он приехал в такое время, когда собиралась начаться гора Мандал Парикрама. Условно, много народу было. Потому что все Натамандиры были блокированы. Вы не понимаете, да?
В общем, много народу приехало, люди спали где попало. Ну, в общем, везде, ну как на празднике бывает, везде спали, где наступить некуда было. И вот он решил никого не беспокоить, люди там отдыхают. Пошел смотрите, хотя он царский священник, но смотрите, наверное, его смирение. То есть он не стал никого беспокоить, пошел, нашел какое-то дерево, джекфрута, и решил там поспать, чтобы никого не беспокоить. И вот он вещи свои положил и уснул. И вот начал слушать харикатху. Шрила Прабхупада был восхищен, что такая харикатха подобна огню. Как я, как мне поклониться ему? Столько людей вокруг, но подожду. Вот парикрама закончится, и вот начал совершать парикраму со всеми. Всех там кормили прасадом, как бы проблем не было никаких. И вот он ходил со всеми, за киртаном, за всей этой процессией парикрамы, и в итоге, дважды вареный рис, он как бы не был, не ел, как бы никто не ест, и вот он думал, что же делать, такой рис, как бы, эти браманы едят этот отопчил, этот непропаренный рис едят, и вот он думал, что делать, в общем, купил печенье какие-то, замочил их в воде, ел это. Сейчас в печеньях все. Часто всякие вегетарианские составляющие надо смотреть внимательно на то, что едим. Махарадж никогда печенье заводские не ест. В то время ситуация получше была. Вегетарианские были печенья. Такие простые, как сказать. Никто там химии не пихал в них. И однажды он... Я пошел на парикраму Гондвам Двипа, и вот случайно оказался в одной лодке с Шрилой Прабхупадой, Бхактисиддханта Сарасвати. И вот Вайкана Махарадж, этот Джалешвар Радха, привык жевать пан, листья бителя. И вот он жевал, взял пан, положил в рот, начал жевать. Потом плюнул в Сарасвати, в реку Сарасвати. И Шрила Прабхупада увидел это, посмотрел на него. Спросил, что ты делаешь, мы уважаем эту реку Сарасвати, как Гангу. Мы не можем оскорблять ее. А ты плюешь в нее. Тут в Кане неудобно стало, извинился. Шрила Прабхупада сказал так, что он почувствовал что-то в своем сердце и взял этот коровку с бителем и выкинул в Гангу и сказал, с сегодняшнего дня я никогда не буду жевать этот битель. Шрила Прабхупада был очень доволен этим поступком. Шрила Прабхупада тут на Антарьяме, он гуру в сердце, и вот он принял обет, что из-за того, что оскорбил Сарасвати таким действием и без неосознанно. Он как бы первый раз приехал, не знал, что это Сарасвати, и решил, с сегодняшнего дня никогда не буду жевать битель. После того, как парикрама закончилась, он хотел получить харинаму дикшу от лотосных стоп Шрилы Прабхупады. И вот он начал просить, чтобы получить посвящение. После этого он получил харинам дикшу. И Шрила Прабхупада понял,
что он необычный человек. Он великий пандит. И получив харинаму дикшу, он начал проповедовать в различных местах Орисы, в Ганджаме. Это очень критическое место, где эти смарты ходят с этими кинжалами, не дай Бог, не то скажите, там зарежут. И вот начали возмущаться, что там браман, радж, пандит, как бы посмели принять, не то что там разговаривать даже с этими браманами, не то что там посвящение принимать. И вот он начал объяснять им, что если Дайва Варнашрама, она одобрена в Махабарате, в Упанишадах, в Бхагаватам, везде. Где в Упанишадах также, где нет, как Джавал Сатьякам. Гаутамья Муни спросил, и вот он пришел к Гаутамья Муни и сказал, я хочу изучать веды под вашим руководством. Ну не он, а какой-то мальчик. Кто спросил, кто твой отец, мать? Кто сказал, я не знаю о матери, отца. Я пойду спрошу матери. Мать сказала, что я служила где-то всем браманам и остальным. Так иначе забеременела. Тобой совсем не знаю от кого. Поэтому не могу сказать, кто твой отец. И вот этот мальчик пошел к... На собрании этого риши среди всех его учеников он сказал то, что услышал от матери, что я не знаю, кто отец моего матери, мать родила меня, неизвестно от кого. И все дети начали смеяться. И этот риши сказал, не смейтесь, ты браман. Ты, несомненно, браман. Я уверен в этом, иначе как ты посмел сказать правду? Без всякого страха. Браманы, они их качества не говорят, всегда говорят и правду, а шудры постоянно что-то скрывают. И вот они не боятся. И вот в Упанишадах говорится. Только такой абсолютной правдивости, качества можно найти только в браманах, а другие не способны на это. И вот если ты смог сказать это перед всеми, я полностью уверен, что ты браман, и поэтому я дам тебе посвящение. И вот Вайканас Махарадж начал объяснять, приводить примеры из Упанишад, из Веды, из Бхагавата, из Махабхараты. Все пандиты, они уже не было им ничего, не было им... Что ответить на и вот он начал проповедовать, и за пару лет Шрила Прабхупад дал им саньясу. Хотя обычно Шрила Прабхупад ждал долгое время, несколько лет перед тем, когда дикшу и шафрановую одежду он смотрел, на характер, на поведение, на этикет. Но относительно было несколько исключений, как Бон Махарадж, Госвами Махарадж, они получили посвящение очень быстро. Арани Махарадж, он внешне был не образован, но Шрила Прабхупада дал ему саньясу. Спросил, какое служение он может совершать. Тот сказал, что может проповедовать, но внешне он не образован. И как так? Но когда он говорил в каком-то университете, люди, профессора были восхищены, спросили, по какой теме он защитил свою докторскую. И вот наш Винода, Кешав Махарадж, он говорит, Шрила Прабхупад, он такой
настолько могуществен, Шрила Прабхупад настолько могуществен, что он может вложить силу в сердце даже такого внешне необразованного человека. Это зависит от нашего самопредания. Шрила Прабхупад может сделать все. Даже Шрила Прабхупад может дать силу мне. Я знаю, никто не может подумать об этом, но Шрила Прабхупад может дать мне силу, я могу сказать то, что он хочет. Я верю в могущество Шрилы Прабхупады по его милости. Возможно, все. И вот он начал проповедовать. Но Махарадж говорил, если люди любят вас, принимают вашу харикатху, если вы другие какие-то люди будут гневаться на вас, если кто-то спросит, зачем они гневаются, что он вас деньги взял или дикшу кому-то дал. Нет, люди не могут ничего сказать. Единственная причина то, что они завидуют чьей-то славе. И поэтому вот люди гневаются. И вот Вайканас Госвами Махарадж, он был объектом нападок многих. Естественно, Вайканас Госвами Махарадж стал объектом нападок. Шрила Прабхупада дал ему саньясу, и имя дал Вайканас Госвами Махарадж. Бхакти Гора Вайканас Госвами Махарадж. Он начал проповедовать, и все другие эти деревенские люди и прочие, они очень разгневались. Решили его убить из-за того, что он слишком могуществен, слишком знающий, чтобы прекратить его харикатху. Особенно он еще говорил об абсолютной истине, вот решили его убить. И вот было какое-то собрание, и там какой-то замендар, местный землевладелец, он и другие пандиты, они начали какую-то конспирацию. Сделали асану, ну, грязную, но осквернили как-то ее. Что если он сел на асану, он бы ни слова не смог сказать, но какими-то тантрическими мантрами, черной магией как-то все это осквернили, пригласили Вайканас Махараджа, что вот садитесь, говорите свои лекции, мы послушаем. Тот пришел с Дандой. Вспомнил Шрилу Прабхупаду. Гуру Махарадж говорил о себе. Вспомните Шрилу Прабхупаду, Нарисимхадева, Гурудева, то все проблемы, они уйдут. Вот он говорил мне, если кто-то выступает против тебя, пытается как-то навредить, то достаточно вспомнить Шрилу Прабхупаду, Нарисимхадева и Гурудева, и все это исчезнет. И вот Махарадж сел на эту ясасану, и эти сумасшедшие, и люди, которые как-то всю эту конспирацию задумали, осквернили все, что можно осквернить. Они засмеялись, он давай пускай. И замендар тоже был там. Вот потратили кучу денег на все это безобразие. Можно наблюдать, даже на пути баджана некоторые занимаются черной магией, чтобы кому-то помешать или навредить. Но мы как бы это презираем, такое поведение. И вот Махарадж, он вспомнил Шрилу Прабхупаду, сел на эту асану и в течение 2 часов говорил великолепную харикатху на санскрите. И говорил о суждениях, о Гауди Сиддханта Вичаре. И эти люди смотрели друг на друга, что случилось, что где.
как он, почему до сих пор говорит, его язык должен застыть, но что случилось? И вот после того, как собрание закончилось, этот землевладелец и все эти конспираторы, они пали к его стопам и попросили прощения за свою за свою конспирацию. И вот за свои эти каких-то злодеяния. И однажды так называемый тантрик в одежде преданного раздавал сладости всем. Махарадж сказал, не есть их, почему? Почему? Что проблема? Он сладости раздает, почему не есть? Он сказал, что это не сладости. Как не сладости? Сладости. Я не могу вам доказать. И вот Махарадж взял священный шнур, прикоснулся. И эти сладости стали кровью, ну, тем мясом. И вот сказал, смотрите, что под видом сладости едите. Он был очень могуществен. И среди нашей Гурварги он величайший. Однажды они были не столь богаты. Жили на царскую зарплату, в смысле зарплату от царя. И вот продавали овощи на рынке. И вот этот урожай весь. И однажды возвращались назад, там был вечер, какой-то циклон собирался. Куда же идти? И он спросил одного этого. Магазин какой-то зашел, спросил, где тут переночевать, тут циклон, ну, тут сказал, что тут деревня, ничего нет, вот там здание пустое, иди туда, там ночуй. Тот спросил еще раз, можно переночевать, никто не будет возмущаться, сказал, что никто там не живет давно, поэтому живи, не беспокойся. И вот он там зашел, там прибрался, расстелил подстилку. Ну, Махарадж тоже со своими вещами путешествует. И когда вечер кончился, ночь начался, он почувствовал, что какое-то привидение там бесится. И Махарадж спросил, кто ты? Я тут. Брама, дайта, я Браман. Когда же ты умрешь? А, ну, в общем, Браман случайно умер, такой не своей смертью, и поэтому душа его приняла форму могущественного привидения, не какие-то слабые привидения, такой могущественный, там, браманский такой этот. Браманский призрак. И вот в итоге он пришел к Махараджу. Махарадж сидел на асане тут, сказал, что убьет его. Махарадж спросил, за что? Что я тебе сделал? Тут многих убил, тебя убью. У меня работа. Ну, так я не сказал, зачем и почему. Я сказал, подожди, я тебе благо могу принести. Какое благо? Могу тебя освободить с этого плачевного положения. Как ты можешь? Да, я могу. Я с Браман, с браманской семьи. В каждой кадыше я пощусь без воды. И всю ночь я не сплю, ставлю на свое тело 5 ламп, 2 на колени, 2 на плечи, 1 на голову, и все эти лампы горят на моем теле. Я повторяю Брама Гайтри всю ночь.
И вот таким образом я повторяю Брахма Гаятри, если хочешь, я освобожу тебя. Как ты сможешь меня освободить? Да. Я хочу видеть твое могущество. Ну, подходи. Махарадж взял воду Ганги и с этим обернул священный шнур вокруг пальца, произнес мантры, спросил, как его зовут. Раньше звали тот. Сказал, я хочу предложить плоды одного экадыша, совершенного экадыша, и хочу предложить ему и освободить его. И тут раздался звук, и этот призрак, он исчез. И это Вайканас Госвами Махарадж, мы очень слабы. Я сын Вайканас Госвами Махараджа, один призрак в Дели. Был на этом на восточном Кайлаше. Вот там была какая-то девочка 12-летняя. Она с 12 лет. В общем, папа как-то это привидение зашло в нее. В возрасте 22 Махарадж ее освободил. И вот они пытались как-то ее спасти. Отец, в смысле, привидение отца убило, там еще кого-то. Потом они меня встретили, тут Наташ Матхачарья попросил им помочь. Ну, в общем, я Махарадж помог, выгнал этого привидения. Этот призрак меня хотел убить тоже, но сказал, давай попробуем. Только в итоге Махарадж выгнал этого привидения. И вот мы должны следовать Гуру Варге. Если мы следуем чему-то иному, то что толку? Гуру Бол, сила Гуру — это главное. Я не делаю, Гуру Дев делает с помощью меня, моими руками. Гуру Дев находится в моем сердце, сила Прабхупады делает. Мы должны видеть так наша Гуру Варга. Что говорить о нашей Гурварге? Любое количество философии, лекций недостаточно, чтобы прославить его, как наш Бхакти Ракшак Чидады Госвами Махарадж, Кешав Госвами Махарадж, Бхакти Прамод Пуридев Госвами Махарадж. Они велики, и у нас нет достаточного количества слов, чтобы должным образом прославить их. И то служение, какое совершал Махарадж. И вот Махарадж служил преданным. Если какие-то преданные приходили, и вот он сам готовил и предлагал все Бхагавану. И вот он готовил для Кришны самостоятельно. И если какие-то преданные мимо проезжали, мимо Брахмапур, на каком-то поезде, ну, узнавал об этом ночью. В смысле, рано утром вставал, готовил все и шел к поезду и угощал преданных, если кто-нибудь, как Шрила Мадхава Госвами Махарадж, ехал с кем-то, он, если там было с ним даже 5 человек или больше, он много готовил, много приносил, что они сами даже не могли съесть, раздавали кому-то. А когда кто-то мимо проезжал и не сообщал ему, он очень гневался на это. Почему вы проезжали мимо и не сообщили? Почему бы вы не дали мне возможность послужить вам? Вы что,
таким образом, Махарадж, я не могу сказать, это невозможно. Вы должны чувствовать сердцем. Махарадж мог запросто построить множество храмов и принять множество учеников, но он никогда не стремился к этому. Есть несколько учеников, которые получили только харинам от него. Он никогда не хотел стать гуру. Он построил храм в деревне Кишор-Кишире. Я был там кланяться ему. И вот я видел эти божества, и эти божества, их имя говорит о настроении Шилы Вайканас Махараджа. Глупые люди не могут понять, только мудрые люди, видя Шилы Бхакти Прамод Пуридев Госвами Махарадж, например, имя его божества Гопинат. Вот, и вот, видя имена божеств, которым поклоняется тот или иной вайшнав, можно понять настроение баджана этого конкретного вайшнава. И вот, видя божества, можно понять и божества, их имена, можно понять настроение баджана Махараджа Кишор-Кишориджи. И вот, он вечный спутник Рада Говиндаджи. Гуранги Махапрабху, мы можем легко понять, иначе... И вот перед тем, как оставить тело, он предсказал множество вещей, которые вскоре исполнились. Он даже не хотел никому давать дикшу, он послал к Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махараджу, другой преданный Нитьянанда Прабху. Вот в явлении Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махараджу я об этом более подробно расскажу, а на сегодня конец. Вся слава ему. Мы молимся его лотосным стопам, чтобы мы развили такое огромное желание совершать Харибаджан. Если мы совершаем Харибаджан всем сердцем, то это зовется Харибаджан. И вот я забыл объяснить первую шлоку. И все качества можно найти полностью в нем. Вот внутри. Coming now, 26. After that, Advaita Gosai.